Мы так, расследование будет. Мне так кажется, то есть оно будет, и мне кажется, его доведут до конца. Вторую роль личности не могу сказать. Я не был знаком с Борисом Немцовым. Не знаю, какая роль. Мне вообще трудно судить. И вообще это, я считаю, что это не мое дело. В принципе, я не то, что я там ухожу от чего-то, там, от каких-то ответов. Нет. Я просто так полагаю, что это была его жизнь. Очень жалко, что он ушел. Мне жалко маму, мне жалко родных, близких. Мои соболезнования. Это ужасное убийство. Другой вопрос, что вот как-то, почему у нас так вот дошло опять, вот какой-то возврат пошел к таким страшным убийствам в центре Москвы. Это даже не у нас, это же во всем мире так. Я далек от мысли, что вот у нас так, везде, вот куда вообще не сунься, везде это происходит. Конечно, свою роль Борис Немцов сыграл. Опять не мне судить. Я знаю одно, что я вот живу в России со всеми ее бедами, со всеми радостями, со всеми своими бедами и со всеми своими радостями. Я знаю все, что у меня есть, все, что я понял в этой жизни. Это связано с Россией. И это очень неприятно, очень плохо, что такое произошло. Моя большая надежда на то, что это действительно будет расследовано.